Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ. Пятигорье. Край, воспетый лермонтовской строкой. Источником жизни суждено было стать городу, который здесь вырос. Ему уже 200 лет. Еще штаб-лекарь Петра I, посланный сюда в поисках серы для пороха, обнаружил минеральные источники. Тогда и пошла слава о целебных водах. Здоровье человека – главное богатство страны. Из самых дальних мест едут сюда люди. Встречает их современный курорт. Рассказывает главный врач санатория «Лесная поляна» Георгий Андреевич Байдова. Пятигорский курорт располагает очень большим разнообразием минеральных вод. Вот на небольшой площади курортной зоны расположено более 50 скважин и источников, дающих разнообразные виды минеральных вод. Это и радоновые воды, углекисло-сероводородные, углекислые или пятигорские нарзаны, азотистые, бромистые и другие. Вот такое разнообразие позволило организовать мощную бальнеологическую базу, то есть бальнеологические лечебницы. И вот особенностью на нашем курорте является то, что эти лечебницы бальнеологические, они расположены, построены вблизи буровых скважин. И вода из буровых по минералопроводу непрерывно поступает прямо к процедурным местам. И пациент получает процедуру из минеральной воды, поданной из живых рук природы. Весной 1919-го Владимир Ильич Ленин подписал декрет о лечебных местностях общегосударственного значения. Это определило судьбу и Пятигорского курорта, где до революции было всего лишь 7 частных сезонных пансионатов на 375 мест. Сейчас здесь поправляют здоровье тысячи советских людей. От многих болезней исцеляет местный радон. В новой лечебнице за смену обслуживают 3000 человек. С большой перспективой построен и общекурортный ингаляторий. Он
он может обеспечить два таких курорта, как Пятигорск. Крупные лечебные комплексы – примета сегодняшнего курорта. Они позволяют широко применять точную аппаратуру, контролировать эффективность лечебных процедур. Новейшим оборудованием располагает диагностический центр. Одна из его новинок – медицинское телевидение. С помощью инфраскопии удается быстро распознать характер заболевания, выбрать метод лечения. Пятигорск – город-санаторий. Здравницы Ленинские скалы вместе с родителями укрепляют здоровье и дети. Лечение здесь круглогодичное, и учебный год у ребят не прерывается. Институт курортологии и физиотерапии основан еще в годы Гражданской войны. Он вырос в крупнейший научный центр, объединяющий деятельность ученых 18 областей, краев и автономных республик РСФСР. Одно из направлений их работы – лечение недугов радоном высокой концентрации. Филиал научно-исследовательского института патологии кровообращения. Сложнейшие операции на сердце делают здешние хирурги. Старейший парк города. Сегодня весь Пятигорск напоминает цветущую клумбу среди гор.
первый секретарь городского комитета партии Иван Сергеевич Болдырев. Есть ли у нас проблемы? Да, конечно, есть. И это прежде всего максимальное использование богатых природных факторов, которыми располагает Пятигорск. Представьте себе, что суточный дебит минеральной воды нашего курорта составляет 4 миллиона литров, а используется сейчас только 1,5 миллиона, то есть менее 40%. Вот наши резервы. И поэтому на перспективу ставится задача увеличить курорт втрое. Будут созданы 3 крупных курортных района. Только один из них на 14 тысяч мест расположится на юго-восточном склоне горы Машук. 14 тысяч мест – это почти 2 сегодняшних курорта. Вторая, не менее важная задача – это централизация диагностической и лечебной работы. В городе уже создано 12 централизованных общекурортных лечебно-диагностических служб. Курорт пополнился 2 крупнейшими в стране бальнеологическими лечебницами. Это радоновая лечебница и общекурортный инолятор. Ритмом новостроек вступает в свой 3-й век Пятигорск. Город, главная забота которого – наше с вами здоровье.